что Россия делает доброе дело. Хочется просто послать на три буквы. Но я не буду этого делать, так как стараюсь не терять самообладание. Сегодня я впервые поспал 6 часов за 3 суток. Вот нахожусь за городом. Но честно вам скажу, ребята, вот все, кто сидят там в уютненьких домах у себя в России, смотрят телевизор, смотрят свои новости по своему шикарному телевидению, просто выключите, просто включите свою голову и поймите, что вас наебывают. Я лично проснулся 3 дня назад от того, что Киев начали атаковать. И сейчас в каждом городе, каждый город по чуть уничтожают. Киева уже практически нет. А вчера, по-моему, или позавчера, слава богу, сбили ракету, которая была нацелена на дамбу, водохранилище. То есть, если бы его взорвали, то это значит, что начался бы апокалипсис. И как минимум пол города, а то и пол страны бы затопило водой. То есть, ребята, те, кто еще имеют хоть какой-то мозг, включитесь и поймите, что ваш президент – это Гитлер, это новый Гитлер. И просто сделайте что-нибудь хотя бы для того, чтобы изменить, для того, чтобы в мире не началась как минимум Третья мировая война. Спасибо вам за внимание. Я надеюсь, что никому из вас не доведется переживать то, что сейчас переживает народ Украины. Если вам говорят, что мирные граждане никак не страдают и не задействованы, то вас по-прежнему наебывают. Стреляют по детским садикам, по больницам онкологически больных, по жилым домам. Много микрорайонов в Киеве уничтожены. На улицах лежат трупы людей. Я очень горжусь Украиной и тем, как сильно мы воссоединились. И насколько сильно мы человечны. Поэтому, если у вас еще есть сердце, россияне, если вам не безразлично, то вы просто сделайте что-нибудь. Хватит молчать, хватит, блядь, быть прижатыми, хватит уже бояться высказывать свое мнение. Воссоединитесь все, потому что если вся Россия станет против, тогда вы можете что-то изменить. А пока вы будете просто плясать под дудку и молча верить в ложь, вы просто будете рабами.